Всем привет! 316-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 14 мая. Если вы рады рождению маленького корабея, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Наконец-то Баран и Дилан стали родителями, и они вернулись домой уже вместе со своим первенцем. Вся семья их поприветствовала, а дядя Ахмед сказал им напутственное слово и благословил маленького Мирана. А затем они сделали семейное фото. Жаль, что Джихана и Кадер не было рядом. Они бы очень обрадовались, увидев нового наследника корабеев. Баран и Дилан настолько любят своего сына, что не отходят от него ни на шаг. Они даже оба заснули в его комнате. Баран подарил Дилан красивое украшение для волос в знак благодарности за сына. Для Дилан сейчас самое важное – это ее ребенок. И подарки ей, конечно, приятно получать, но она не сосредотачивается на украшениях. Все ее мысли поглощены сыном и заботой о нем. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.